Так, здравствуйте, Анна. Сегодня мы закончили вам отделку вашей ванной под ключ. Вот. И давайте я задам несколько вопросов. Первый будет, почему вы решили именно с нами сотрудничать, чем мы отличаемся от других ребят? Вот. Почему выбрали именно нас? Ну, наверное, более всех внушили какое-то доверие, ответственность показали тем, что сразу приехали, сразу как бы предварительную смету сделали. То есть как-то, наверное, больше понравились и все. Спасибо. Так. Результатом, который получили, вы довольны? Очень. Очень. Он виден, конечно. Я не могу. Очень-очень все понравилось. Если честно, даже превзошло я всех моих ожиданий. Ну, как бы реально все видно. Все здесь. Стоимость, которую мы за это запросили, то есть она достойна качества? Да, достойна. И не превышает. Чем еще вы какие-то вот в процессе работы мы вам понравились? Ну, как бы нас в процессе работы, чем мы. Мы отличаемся, допустим. Ну, естественно, это, конечно, внимательность, инициативность, то, что предлагали, то, что что-то как бы привносили со своей точки зрения, да. А самое главное, конечно, что все сделано вовремя, в сроки, аккуратно, красиво. Вот. Все. Ну, вы на объекте жили в то время, когда мы делали ремонт. Много вам не... Неудобств доставили? Нет. Единственное, самое главное, что придя домой, все было пропылесошено, не было особо грязи, пыли, камней, то есть нужно было просто пройтись мокрой тряпкой по полу и все, больше никаких трудоемкой моей работы по вечерам не требовалось. Спасибо огромное. И вам большое спасибо.